Уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии. Иногда мы вынуждены в силу разных обстоятельств возвращаться к тем опытам, которые уже делали. Ну, просто для того, чтобы убедиться, с одной стороны, в их правильности, проверить. А с другой стороны, когда вдруг открываются некие новые аспекты уже испытанной техники. В этом отношении следует рассматривать и настоящий ролик, посвященный достаточно забавной камере X1D2, о которой я уже вам рассказывал. Здесь масса достоинств. У нее матрица такая же, как у 907 Хасельблада, которым я больше всего сейчас пользуюсь. Но эта камера незаслуженно забыта. У нее масса достоинств. Во-первых, компоновка. Классической камеры, почти э, незеркальный стандартной, цифровой. Есть две замечательных флешки, на которые можно писать. То есть это тоже большое достоинство. Запас большой. И есть разъем, в том числе для входа микрофона, который у 907-го Хасельблада отсутствует. Ну и есть выход на наушники, вполне естественно, что тоже добавляет достоинства. Это очень оперативная камера, очень удобная. Я ее вообще ношу в авоське, потому что легенькая относительно. А качество-то какое? Качество нормального полуформатного Хасельблада. То есть матрица одна и та же, почти 44 на 33 миллиметра. Я очень удобно вытащить ее из сумки и быстренько что-нибудь снять. Невероятно удобная камера с хорошей, быстрой достаточно автофокус, очень много удобных настроек на специальном колесике, которые удобно менять. И э, она приспособлена к тому, чтобы, в общем, опер, использовать ее оперативно. То есть вы оперативно пользуетесь камерой такой, как какой-нибудь маленький кибершот, но в то же время получаете в финале картинку высочайшего качества. То есть ее именно поэтому ролика называется «Компактный шедевратор». Потому что действительно иногда не постановочные кадры, а просто случайно пойманный образ, картинка, ландшафт, случайно возникший оригинальный свет на привычном объекте стоит дорогого для того, чтобы его запечатлеть. И с очень хорошим качеством. Вот для этих целей эта камера больше всего и годится. И вы посмотрите множество Кадров, которые, собственно говоря, это подтверждают, сделанных в самых разных условиях. Уважаемые слушатели, очень холодно заниматься фотографией около нуля градусов. Приходится использовать всякие способы спасения внутренности фотографа. Для этого я использую замечательный напиток Бал 15-летней выдержки. Простенько и со вкусом. Особенно он хорош, если его пьете из кольчугинской посеребренной рюмочки с кабанчиками на ножке. И сразу, как бы маленькие ангелочки, начинают бегать по вашим жилочкам. Чего и вам желаю. Особенно в тяжелом фотографическом труде. Уважаемые любители моих небольших роликов фотографий, вы понимаете, что после поощрения ангелочков с помощью виски на пленере, надо снять и сами бутылочки. Ну, поэтому посмотрите, та бутылочка, из которой как раз я отпивал для согревания, как она выглядит на планере без постановочного света. Понятно, что укрупнив, вы можете посмотреть, что получается. Кстати говоря, все это снято объективом на камере Hasselblad X1D2. 45 мм с начальной диафрагмой 4. Очень хороший, удобный и, самое главное, относительно дешевый объектив. Так вот, этим же объективом я сделал еще несколько кадров виски, не удержавшись при изготовлении календаря, который выйдет на 22 год и будет распространяться в только в узком кругу любителей виски в магазине, то есть в клубе Виски Румс и через издательство, и то определенным способом, могу сказать, что этот календарь не поступит в продажу, поэтому полюбопытствуйте, какие снимки там будут. Хотя они и не все вошли. Вот парочка кадров тоже роскошного виски, одного из моих любимых, но очень малодоступным, который снят этим же объективом, опять 45 мм и камера X1D2. Как видите, она отлично работает и в смешанном свете, сложном, это имеется в виду бочки, и уж совсем, скажем так, в световой мешанине на фоне такого хранилища виски. Понятно, что после виски требуется закусить. Ну, для этого я поехал по Углическому шоссе, не откладывая в долгий ящик, к ферме, которая называется Тимирязьево. Это большая ферма. Шел дождик отвратительный, как вы видите. Это здание самой фермы. Я специально это делаю с рекламными целями. Для того, чтобы это здание было узнаваемо. Это вид со стороны Углича, если ехать. Нет, довольно далеко, ближе к угличу, чем там Сергиеву посаду. Но тем не менее, в этом месте замечательном вот такие такая мясная лавка. Вот видите, какие туши замечательные висят. Кстати говоря, этот объектив работает на, большом, на большой чувствительности 1600. Ну и понятно, что в этом помещении можно и очень хорошо, вкусно отобедать. Вы видите это помещение на снимках и замечательного специалиста по изготовлению шашлыков. Вкусный я брал много раз. И на этот раз тоже взял, и посмотрите, кадр, который я сделал, уже готовый шашлык на вынос. То есть камера оперативно может использоваться в очень широком диапазоне и очень удобная. Тут уж ничего не скажешь, потому что можно снимать одной рукой. Если уж руки у вас совсем не дрожат, то этого вполне достаточно, потому что затвор бесподобный. Работает тихонько-тихонько, как лучшие швейцарские часы. Ну и понятно, что после таких закусок хотелось бы побывать и в приятном месте. Я пошел гулять в сосновый лес, где вы видите несколько кадров, как сами сосны, сосны с березками на заходящем солнце. То есть речь идет о том, что было примерно пол пятого вечера. Уже темно и дождик, и безобразие, в общем, всякие. Тем не менее, посмотрите, как замечательно передается папоротник. Как зелененький, так и немножко уже подсуший, коричневатый. Понятно, что это очень красиво и изящно. Камера и по цвету, и по разрешению, и по передачи тонов работает очень хорошо. Ну и самое, конечно, такое блогерское развлечение, это оперативная съемка в городе. То есть такой стрит-арт, по сути дела. Я снимал этой камерой ночью, поставив на предел чувствительности, снимал через окно автомобиля, через открытое окошко. Вот посмотрите, что получается. Разные места, начиная там от чистых прудов и кончая профсоюзной улицей. Да, конечно, это видно, что это ночная съемка. Но на такую большую матрицу у нас получаются блестящие кадры. Без абсолютно какой бы то ни было подготовки. То есть просто с рук, без всяких штативов, без всякой подсветки. То есть так, как есть. То есть эта камера очень хороша и блестяще работает при оперативной съемке. То есть советую попробовать эту камеру. Я сам начинаю задумываться, о том, что не завестили такую бушную камерку, поскольку БУ они стоят совсем недорого уже, а учитывая этот объектив 40 тут можно получать действительно настоящие шедевры, нося такую камеру в авоське или в кармане. То есть преимущества огромные. Я вдохновился, тем более, что у нее есть и микрофонный вход, то есть можно записывать видео очень качественно. И есть выход на наушники, масса всяких других достоинств. То есть камера очень хорошо продумана, удобная, оперативно сидит в руке и практически сразу готова к съемке. Меня это очень порадовало. Я возвратился к этой камере, потому что потребовалось некие оперативные приемы фотографий. Чего я вам желаю, если у вас есть соответствующие задачи. Надеюсь что вы получите огромное удовольствие от использования такой полуформатной камеры для того, чтобы расширять свои творческие возможности. У меня, в крайнем случае, с этой камерой это получилось. На этом, уважаемые слушатели, до свидания.